Привет всем, с вами интернет-магазин ПК Авто. А, это зеркало. Страшным звуком включается, испугало немножко. Сегодня у нас Ford Kuga со штатной магнитолой, с синком третьим, родная магнитола с экраном. Сюда был установлен Android навигационный блок. Удержим саунд, переключаемся в Android. Android здесь PX6 процессор, 4 гигабайта оперативной памяти, 32 встроенной. Прекрасный быстрый блок, быстро работает, работает на нем Яндекс.Навигатор, Сбербанк. Гляните. Звуковые подсказки от Яндекс.Навигатора у нас в левом динамике, ну в левой двери говорят, скажем так. Штатный звук здесь Sony, все штатное здесь остается как было по заводу. Точно так же яркий экран, прекрасно все дело здесь работает. Ну, например, сюда поехали. Шут построен. Мы можем ехать, например, слушать радио, аудио, FM. Но я не буду делать громко. Слушать родное радио и голосовые подсказки, если вам очень так нравится, будут говорить у вас в левой двери. Далее, по андроиду. Android здесь стоит 8. Соответственно, мы можем одновременно смотреть и Яндекс.Навигатор, и, допустим, видео. Есть здесь YouTube? Поставили? Угу. YouTube. Интернет раздаем либо с мобильного телефона, либо отдельный 4G Wi-Fi роутер. Это все в комплекте. Ну, например, хип-хоп лист. Нажали домик, квадратик, все как обычно. Яндекс.Навигатор себе в левую часть экрана, в правую экрану часть экрана YouTube. Ну то есть полностью мультимедийная система автомобиля теперь закончена. У вас есть и флешки, и радио, и YouTube, и Яндекс.Навигатор. Камера заднего вида здесь была дилером доустановлена. Она работает в любом случае. Была бы штатная, работала бы штатная. Была бы не штатная, работает не штатная, это не влияет. Такой вот девайс, дисочки, все как обычно. С вами был интернет-магазин ПК Авто, обращайтесь к нам. We'll be right back.